Бритва подготовлена под заказ. Давно вы ее ждали. Стис Экстра, модель Экстра, одна из первых, 54 года. Именно этого года надо было найти бритву в достойном состоянии. Вот с ними сейчас напряженка с советскими, а по годам так уж тем более сложно что-то найти. В 50-х то, что делали, потому что их намного меньше тогда выпускалось, и до наших дней они, ну, доходят, скажем так, в не очень хорошем состоянии. Ну вот, нашел вам Экстру. Экстра — это такие модели. Одни из первых на стизе были, самые первые модели были с немножко другим клеймом. Там были цветочки с веточками по бокам. Вот еще военных лет, послевоенных лет бритвы, но они вообще невероятно редкие. Вот, более часто встречаются такие вот экстры, у которых обыкновенное клеймо, завод Стиз. Вот, ну, в данном случае год 54 и название модели Экстра. У нас в коллекции такая же точно есть. Там год плюс-минус, по-моему, тоже, ну, там 50-е. Хотел как-то снять обзор, потому что вот у завода Труд есть своя модельная линейка Экстра. Была своя модельная линейка. И у Стиза была. Ну, только вот в поздние годы они выпускали только такие Экстры, а в более ранние годы там, ну, есть о чем рассказать. Интересные бритвы, просто у меня их нет, вот этих более ранних послевоенных. И, ну, их нереально тяжело достать, даже в уваленном состоянии, по крайней мере в нашей стране они почти не попадаются. Вот. Вот эта вот Экстра, которая к вам поедет, отличное состояние, как можно видеть, поверху фаски практически нет, пользовались мало, вот. Но есть следы времени, есть следы пользования, естественно. Ну, вот. Я так щадяще это все вычистил, ну и заточил ее. Вот. Внутри все чисто, бритва с очень красивой ручкой, вот такого вот плана ручки с необычным цветом, по переливу, по тону, они ставились на стизе вот как раз в начале, в середине 50-х, потом уже пошли, ну, скажем так, более простые однотонные ручки и немножко из других материалов, не из таких блестящих. Вот тут еще отличие от более поздних СИЗО в том, что здесь нет шайб. Вот они, как и на заводе Труд, расклепывались изначально на стизе без шайбочек, то есть просто проволока латунная, вот, клинышек подобного цвета. Вот, внутри тоже все полностью вычистил, грязи, коррозии, ничего такого нету. Вот, бритва хорошая, думаю, бритье более чем понравится. Ну и плюс тоже, что редкость, к ней идет в комплекте. Оригинальный футляр модельный, Экстра, завод Стиз, адрес завода в Москве. Вот, футляр полностью целый. Покажу, как тесты проходят. Вот, ну и отправлю, скорее всего, во вторник. А может, в среду посмотрим, как там на международную почту попаду нашу. Вот. Тесты мягенько проходят. Вот. Приправки особо давить не надо на ремень. Делаем акцент на кромочку. Бритва заточена как прямая. Здесь нет улыбки. Тут обух, он вообще без изгиба идет. Ну, почти прямой. Тут может градусов 5 всего. Вот, соответственно, тут носик лишь чуть-чуть заворот наверх имеет, и пяточка. А так это прямая бритва, которую очень легко править на ремне, без всяких подворотов. Вот. Сталь обычная, ничего тут экстра такого, экстраординарного нет. Как и на бритвах завода Труд, здесь использовалась сначала Х05 экспериментальная, потом Х05. Опять же, по ГОСТу, даже вот ГОСТ, бритва получается 54 года, она выпущена, получается, раньше, чем вошел в силу ГОСТ 54 года, соответственно, бритвенный. Вот. Но сталь здесь была, если по 54 году, по ГОСТу Х05, то до него это была Эх05, в принципе, с теми же самыми характеристиками. То есть обычная бритвенная сталь нормально держит заточку, сравнительно комфортно бреет, как для советской бритвы. Вот. Ну, собственно, все, что хотел, рассказал. Там уже договоримся по отправке.